Наверное, это мой рай. Дорогие друзья, сегодня посмотрим на автокемпинг-рай. Полетаем, проходим ножками. Такая вот красота есть в доступе у нас в Анапе. Это не Крым, это действительно Анапа. Там сверху находятся у нас ласточкины гнезда. И вот внизу под ними как раз-таки этот самый автокемпинг находится. Но с воробья вы все это увидите. Думаю, что будет более, так сказать, познавательно. Вот эта лесенка, она ведет к морю. Сейчас она недоступна. По ней советую не ходить. Вот хорошая фотозона. Вот на той беседке там очень красивые виды. Сейчас ребята отдыхают. Мы туда не пойдем мешать. А до лесенки с вами дойдем. Ну и беседок вот здесь прям великое множество, в которых можно посидеть и провести время. Слышите, как цикады поют. Прям как в Крыму, когда я был на мысе Фиолент. Но ездят помимо вот беседок, там озвучится, у нас есть угли, шампура, мангалы, вплоть до мяса, и могут даже за вас съесть, если что. Все сложно, вот это я шучу. И вот смотрите, мы сейчас приближаемся именно к тому месту, где спуск. Здесь гласит внимание, спуск к морю в аварийном состоянии опасно для жизни и здоровья. Поэтому, ну, советую не ходить туда. Кстати, вот тут прям вот в деревьях еще одна беседка, слышно, как там люди отдыхают. И посмотрите, как выглядит эта красота. Вот там, видите, происходит фотосессия, ребята фотографируются, и получается у них, я думаю, одну секундочку, очень красивые кадры. В общем, место просто восхитительное. Но не рискуйте, не спускайтесь. Ну, а теперь полетели. Thank you.
На этом мы заканчиваем наше повествование. Я советую такие места в Анапе к посещению, потому что неизвестно, сколько, говорится, им жить осталось. У нас все очень быстро меняется. Ох, ехал по полям, субсехи, все застраивается. Там, когда еще год назад приезжали, там было очень много пустых участков. Все эти участки застроены, и домики все продаются. В общем, население у нас будет расти с неимоверной силой. Это, конечно, радует, но хотелось бы хорошие очистные системы, побольше, как говорится, воды, побольше энергии в город, чтобы не испытывать никаких проблем. И тогда было бы не место, а сказка. Хотя и так, по-моему, друзья, смотришь на это все и радуешься. Как хорошо, что я живу в Анапе. Что мне повезло. Спасибо маме и папе. В общем, всем от души огромнейший привет с этой красоты. Гуляйте, путешествуйте и наслаждайтесь этими видами. Конечно, в номере сидя вы ничего такого не увидите. Здесь цена вопроса такси туда-обратно и насладились. Также есть всякие там джиппинг-туры, квадро-тур сюда, вот, допустим, ребята приезжали. Поэтому можете воспользоваться их услугами.